эмиграция за границу с чистой совестью и слезы Гаева. С вами Маргарита Матишинская с неформальным позитивным выпуском новостей. Поехали! Калорийно и шумно. Децибелы в прошлое воскресенье зашкаливали на улице Ленина. Фестиваль «Бульвар» поднял на уши не только историческую часть города, но и весь Ульяновск. Людей на празднике еды и музыки было как на день города. Серьезно. Не протолкнуться. И все, самое главное, голодные. Напоили, накормили, развеселили почти 20 тысяч человек, плюс одного губернатора. Вот как об этом написали в местной газете. Цитата. «Алексей Русских сразу же оказался в плотном кольце горожан, жаждущих не только хлеба, но и зрелищ». А в целом люди сытые, музыканты напетые. Классно, в общем, было. От праздника к празднику, от южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Версию гимна России в мэрии Ульяновска не поддержали. И выдали к предстоящему событию брендбук с флагом Люксембурга, в гимне которого, между прочим, есть послание всем дизайнерам земли симбирской. Держитесь подальше от земли Люксембурга. Как? Как можно было так промахнуться, когда в том же брендбуке дети малые, вон они, в правом нижнем углу, дают подсказку тетям и дядям. Флаг России вот такой. Все у нас в городе идет наперекосяк. Купальный сезон не открыт, зайцев в трамваях до сих пор не ловит, дворников тоже не ловит. Планов громадье, результата на Люксембург. Эх. Кстати, я тут прикинула, в Люксембург, да что же у нас головы-то не идет, влезает 8 ульяновсков и одна маленькая мэрия. Так вот, там на сегодня построено более 1000 километров велополос на 28 трассах. В нашем же городе у прокуратуры погрозила городским чиновникам: неправильно вы, дядя Гаев, дорожки обустраиваете с нарушениями. Проект организации дорожного движения с учетом двухполосных нет, значит, и знаков нет, и велополос тоже. Может быть, именно поэтому их больше на самом деле и нет. Сошли со снегом, как и мы и предполагали. Хотя ульяновцам, судя по всему, уже все равно. Да и погода этим летом что-то далеко не велопрогулочная. Так что и не узнать, плачет ли экс-вице-мэр Ульяновска Алексей Гаев, или это просто дождь. На этом все. Танцев, позитива, путешествий по велодорожкам. И всего самого хорошего, как всегда. Пока-пока, до новых встреч.